Всем привет, и мы продолжаем игру «Растения против зомби», и по просьбам подписчиков я снимаю продолжение данной мобильной игры. Итак, друзья, вот в прошлых частях нам удалось открыть вот бассейн, водный режим. Вот как видите, зомби атакуют в этом режиме. Итак, мне нужно срочно усиливать нашу атаку. Итак, удалось завалить зомби, правда, он приблизился уже довольно-таки близко, было опасно, но пока мы справляемся. Отлично. Итак, нужно прокачивать оборону, нужно как-то защищаться. Ну, пока я надеюсь, что мы будем справляться. Итак, все идет довольно-таки неплохо. Вот, пока удается нам останавливать зомби. Давайте-ка я поставлю еще одного подсолнуха. И мне нужна срочная энергия, чтобы еще поставить кого-то из горохострелов, чтобы остановить вот этого зомбаря. Итак, отлично. Итак, горохострел пока отстреливает зомби. И давайте-ка я установлю здесь вот этот кабачок. Попробую раздавить очередного зомби. Итак, вот прыжок, и зомби уничтожен. Но и кабачок у нас тоже пострадал, что, конечно же, не очень здорово. Итак, друзья, что делать? Давайте-ка я все-таки пока буду еще ставить побольше подсолнухов, чтобы было побольше энергии. Итак, появился уже довольно-таки крутой зомби с вот таким вот знаком на голове. Было бы неплохо еще и сейчас установить нам и более серьезную защиту. Вот хищное растение, но для этого нужна еще единица энергии. Надеюсь, что появится. Итак, есть. Есть единица. Итак, ставлю хищное растение, которое съедает вот без проблем очередного зомбаря. Вот, здорово. Итак, энергии пока у нас хватает. Вот не хочу пока тратить вот ее, еще хочу создать еще одно хищное растение. Супер. А вот теперь, в принципе, можно еще будет создать несколько подсолнухов. Вот, энергии нам не помешает, потому что враги могут сейчас неплохо пойти в атаку. Итак, как я подозревал, пошел еще более крутой зомбарь. Вот, но надеюсь, что сейчас мы его тоже остановим. Итак, хищное растение будет съедать понемножку врагов. И да, вот было бы здорово построить на вот этих листьях вот горохострелы, потому что я чувствую, что сейчас пойдут в атаку водные зомби. Итак, давайте-ка попробуем. Вот, пока, в принципе, мы отбиваемся, я считаю, неплохо. Но не стоит недооценивать противника. В любое время враги могут усиливать атаку. И нашему отряду может довольно-таки здорово достаться. Итак, пока отстреливаемся. Вот давайте-ка еще возьму один подсолнух. Ну вот пока все идет просто супер. Отлично. И да, друзья, то, что я подозревал. Пошли водные зомби. Давайте-ка я быстренько поставлю еще несколько листьев. Вот, попробуем вот отбиваться от водных зомби вот при помощи наших горохострелов. Давайте-ка я еще один горохострел поставлю. Вот, отлично. Так, здоровье зомбаря начинает проседать. Это здорово радует. Он пока продолжает двигаться. Ну, а я давайте-ка еще буду как-то пытаться уничтожать оставшихся зомби. Итак, пока, в принципе, все идет здорово. Итак, друзья, подсказка, что сейчас враги круто пойдут в атаку. Вот, сейчас будет тяжело, но я надеюсь, что все-таки мы справимся. Итак, давайте-ка я здесь поставлю хищное растение. Ой-ой-ой-ой, пошел какой-то крутой зомбарь. Вот, подводник. Вот, еще такого не было в маске аквалангиста. Вот, но я надеюсь, что мы справимся. Итак, враги пока идут в атаку. Давайте-ка я сверху как-то попробую. Ой-ой-ой, кстати, было бы неплохо еще поставить где-то вишенку. Итак, удастся, да. Вот моему растению удалось сожрать вражеского героя. Отлично, пока и все идет просто супер. Кстати, давайте-ка я попробую его подорвать. Итак, вот, а ну-ка. Да, да, друзья, удалось уничтожить противника. Итак, водный режим мы с вами, вот, в принципе, я считаю, неплохо закрепили. Вот, давайте-ка я еще вверху поставлю на всякий случай горохострел. Вот, и дальше, в принципе, я вижу, мы с вами будем неплохо сражаться. Отлично, еще одно хищное растение. Вот, и если что, сейчас я внизу попробую еще устроить горохострелы, и это будет победа.
Это будет победа. Я считаю, очень достойно сражал здесь в этой битве. Осталось только добить оставшихся зомби. Итак, продолжает атаковать. Ну, а я их понемножку выбиваю. Да, вот удалось сбить конус головы и удалось уничтожить вот последнего из врагов. Итак, сверху проблем не будет. Вот, с водной гладью наш герой тоже довольно-таки здорово уничтожает врагов. Ну что ж, это победа, друзья. Давайте-ка я еще накоплю энергии, чтобы поставить вот из троих частей супер грохострел. Вот, кстати, давайте-ка я пока выкопаю этот подсолнух, а посмотрите, какой прикольный горохострел. Итак, стреляет целой кучей листьев. Вот, кстати, у меня достаточно энергии. Давайте-ка еще немножко укреплю оборону. В принципе, есть возможность подрывать врагов при помощи взрывчатки. Вот так. Вот, ну, пока просто все чудесно. Отлично. Итак, еще один лист. Правда, что там поставить, мне непонятно. Ну, пока как-то так. Итак, черешни, взрывные черешни пока вот как-то восстанавливается. Ну, а я буду стараться отбиваться. Итак, все идет довольно-таки здорово. Вот, есть возможность использовать кабачок. Ну, а я думаю, в принципе, особой нужды в этом нету. Итак, враг продолжает атаковать. Аквалангисты, зомби пытаются вот навредить нашему отряду. А, кстати, давайте-ка я еще поставлю здесь хищное растение. Вот одно жует, другое пережевывает. Ну, пока как-то так. Отлично. Так, целая куча энергии. Просто прорва энергии. Вот, замечательно. Давайте-ка еще установлю хищные растения. Итак, друзья, еще предупреждение, что враги сейчас пойдут круто в атаку. Ну, пусть идут. Итак, финал, финал. Целая куча зомбарей. Итак, есть возможность бросить вишенку. Вот, давайте-ка я смотрю, куда бы бросить. А ну-ка, друзья, вот как-то так. Есть, о, круто. Итак, удалось сразу же уничтожить большую там толпу зомбарей. Вот кто-то из зомби там плывет. Но, опять же, я уверен, у них не будет шансов. Итак, ничего не сумели пойти зомби этой атакой. Очень здорово, как видели, выручает взрывчатка. И да, друзья, у нас, походу, новые растения. Вот в прошлых частях мы активно с вами использовали грибочки. Вот я думаю, нужно будет потестить вот это новое растение и, возможно, переключиться на грибочки. Итак, друзья, перехожу к четвертому уровню. Вот, в прошлых частях мы с вами уже прошли вот какой-то дневной режим, ночной режим, и сейчас мы идем с вами вот какой-то растительный. Причем в ночном режиме мы там в основном использовали грибочки. Ну, а сейчас мы посмотрим, что удастся нам сделать. Итак, ага, друзья, уже появились спортсмены с копьем, с шестом. Ну, как-то будем. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что это за новые растения. Что-то я его не тестил. Вот лист нам обязательно нужен. Без горохострелов никак. Да и вот подсолнух тоже энергия нужна. Вот вишенка-бомба это супер. Ну, я думаю, друзья, без хищного растения тоже не обойтись. Итак, еще есть ячейка для одного растения. Вот думаю, чтобы взять вот либо какой-то грибочек, либо, а кстати, а грибы какие-то неактивные почему-то, либо грибочек, либо орех, либо кабачок. Наверное, друзья, давайте-ка я возьму вот этот кабачок, вот на всякий случай. Вот я им, в принципе, пользоваться, наверное, все-таки не буду. Вот он, как вы видели, одноразовый, поэтому как-то жалко тратить на него ресурсы. Итак, сразу же сажу подсолнух, чтобы было побольше энергии. Итак, и еще один подсолнух. Вот, в принципе, нужна энергия, чтобы в любой случай вот как бы поставить нам отбиться от монстра. Итак, где зомби? Пока зомби не видно. Ага, появился зомбарь. Давайте-ка сразу же попробую его уничтожить. Вот, отлично. Итак, все идет неплохо. Кстати, не забываем про листья. Вот, кстати, что это за растение? Давайте-ка, друзья, Ага, это растение, скорее всего, что уничтожает памятники. Вот. Ага, нет, друзья, это водное растение. Его, оказывается, можно ставить вот в воду. Друзья, не там немножко я его поставил. Но, в принципе, я считаю, пока ничего критичного. Итак, отбиваемся.
Вот будет интересно посмотреть, что же делает это растение. Ай-яй-яй, не там. Не там я построил горохострел. Ну, в принципе, опять же, ничего критичного. Ой-ой-ой, немножко рано я занялся листьями. В принципе, энергию нужно сохранять и пока обстраивать оборону. Итак, появился очень серьезный монстр. Вот. Итак, срочно мне нужен горохострел. Вот, желательно еще один. Вот, не факт, что мы вот, справимся. Итак, в этих случаях и нужен кабачок. Когда нету возможности. Чтобы он мог бы уничтожить мой горохострел, удалось пока вот как бы отбиться. Ну что ж, пока все идет круто, все пока здорово, появился новый монстр, ну и мы его расстреливаем. Пока достаточно энергии. Вот я уверен, должен справиться пока наш горохострел. Вот просто он движется медленнее, поэтому как бы шанс у нас есть неплохой все-таки уничтожить противника. Кстати, давайте-ка я, наверное, все-таки помогу. Ой-ой-ой, смотрите, что делается. Бежит зомби-спортсмен. Это уже плохо. Давайте-ка я попробую как-то его при помощи кабачка уничтожить. Не знаю, удастся или нет. Ай, смотрите, что вредина. Он перепрыгнул. Он перепрыгнул через кабачок, но кабачок вот прыгнул за ним обратно и уничтожил. Что же, это было забавно. Это было забавно. Итак, враги продолжают атаковать, ну а я пытаюсь их пока останавливать. Итак, оборону пока мы прокачали довольно-таки неплохо. Вот, кстати, я хотел бы все-таки вот, потестить вот это растение. Вот давайте-ка здесь я его пока поставлю. Ой-ой-ой, друзья, нужно срочно горохострел. Нужно срочно горохострел. Давайте-ка посмотрим, как сработает вот это подводное растение. Как удастся ему навредить вражескому герою и... Ага, вот, смотрите, как круто. Это аналог кабачка. Вот, оно уничтожает монстра, ну и само погибает. Ну что ж, пока все понятно. Давайте-ка я пока усиливаю оборону. Вот, есть возможность еще построить подсолнух. Вот, что мы с вами и делаем. И, в принципе, друзья, я думаю, сейчас нужно будет еще вот, прокачать хищное растение. Вот, здорово. Ну что ж, пока, я считаю, мы с вами достойно сражались. Вот, подсказочка, сейчас, скорее всего, зомби пойдут в крутую атаку. Вот, и это будет непросто, но пока как бы мы справляемся. Итак, мне нужно хищное растение. Кстати, было бы здорово еще взять вишенку, кого-то подорвать. А ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем это как-то проделать вот так. Да, куча зомбарей уничтожен. Ой-ой-ой, друзья, не там я поставил вот подсолнух, я там хотел поставить горохострел, как это получилось, пока не непонятно. Ой-ой-ой, смотрите, что творится, мне нужен срочно кабачок. Вот, ой-ой-ой, смотрите, что делает он. Да, есть. Итак, при помощи кабачка мне удалось уничтожить вот кучу зомбарей. Вот есть у нас пустое пространство. Наверное, все-таки давайте-ка я заполню его вот как-то подсолнухом. Отлично. Ой-ой, кто-то там ползет. Я, друзья, не увидел. Я немножко отвлекся. Вот, это казался подводный зомби. Вот сейчас он жрет наш, друзья. Смотрите, что делает. Он жрет. Давайте-ка я попробую как-то кабачка. Да. Вот кабачку удалось уничтожить зомби. Кстати, зачем я это сделал? Я мог там просто поставить вот это подводное растение. Вот, и в принципе мы бы с вами там справились. Итак, давайте-ка я пока поставлю хищное растение. Вот, надеюсь, что этого пока будет достаточно. Итак, да, вот, друзья, опять же появился монстр. Вот, удалось его пока уничтожить. Пока все идет довольно-таки круто, здорово. Ой-ой-ой, жрет наше растение, сожрал подводный монстр. Давайте-ка, друзья, я пока установлю лист и возьму сюда кабачок. Есть. Очередной враг уничтожен, это радует. Это радует. Ой-ой-ой, смотрите, что творят. Вот, удается вот, выживать буквально в последний момент. Итак, здесь. Итак, вот удалось уничтожить спортсмена буквально в прыжке.
Буквально в прыжке удалось уничтожить. Это было жутко, но пока все как бы идет неплохо. Ой, жрет. Жрет наше растение, но удается добивать противника. Итак, друзья, срочно нужна оборона, срочно нужна энергия. Вот, и сейчас я попробую как-то построить вот хищные растения. Надеюсь, она сожрет спортсмена. Вот, отлично. Итак, спортсмен прыгает, вот, начинает жрать, но я надеюсь... Итак, друзья, вот удалось все-таки его уничтожить, хотя это было немножко стрёмно. Это было стрёмно. Давайте-ка я сейчас попытаюсь усилить нашу оборону. Ой-ой-ой, враги идут круто в бой, круто идут в атаку, куча спортсменов. Вот, давайте-ка я подводные. Есть ли смысл? Итак, враги круто идут в атаку. Нет, давайте-ка я кого-то попробую из них подорвать. А ну-ка, вот как-то так. Да. Большинство зомби уничтожено. Вот собираем энергию. Вот есть ли возможность по верхнему краю поставить какое-то хищное растение? Ой, смотрите, друзья, что творится. Что творится? Давайте-ка при помощи кабачка я попробую уничтожить. Еще вот, ой-ой-ой, друзья, что творится? Энергии, энергии катастрофически не хватает. Вот, не хватает энергии. Вот, надеюсь, что сейчас я возьму кабачок и сумею уничтожить вот этого зомби-спортсмена. Итак, что делать, друзья, что делать? Без понятия. Сейчас, скорее всего, есть возможность будет создать кабачок, и я сумею уничтожить вот этого зомби. Итак, есть, друзья, удалось. Ох, как оказалось непросто здесь. Оказалось непросто. Вот, миссия оказалась сложной, сложнее, чем я рассчитывал. Вот, давайте-ка, есть возможность пока... Ой-ой-ой, смотрите, что творят. Вот, я просто в шоке. Итак, есть возможность вот, не использовать взрывчатку. Вот, но есть ли смысл? Пока не знаю. Давайте-ка попробуем попробую уничтожить вот этого зомби-спортсмена при помощи кабачка. Итак, взрывчатка. Взрывчатка. Да. Зомби. Ох, ничего себе, что это было, друзья? Что это было? Вот я отвлекся по водной глади. Куча зомбарей уже продвигается. Мне нужно хищное растение. Вот, я просто в шоке. Смотрите, что делается. Смотрите, что делается. Вот, как нам выжить, пока мне непонятно. Вот, пока все идет как бы неплохо, но нам нужно, опять же, прокачать оборону. Нам нужно прокачать срочно оборону. Мне нужна срочно энергия. Вот, давайте-ка, друзья, еще попробую как-то вот так. Итак, мне нужно еще хищные растения. Вот, ну давайте-ка, друзья, хотя бы кабачок поставлю. Вот, как-то попробую задавить кого-то из зомби. Вот, ой-ой, грызет. Вот, я, честно говоря, просто в шоке. Как так получилось? Вот, что зомби так круто атакуют. Очень непросто оказалось сыграть в эту миссию. Вот, давайте-ка я еще поставлю здесь подводные растения. Вот, катастрофически не хватает энергии. Вот, еле выживаем, просто еле выживаем. Вот, как видите, враги продолжают атаковать. Ну, а я пока ставлю здесь вот как-то так. Вот как-то так вот буквально выживаем на грани. Очень оказался непростой бой. Очень круто зомби пошли в атаку. Я как бы, как видите, сейчас немножко вот отбиваюсь. Удается выживать буквально на грани. Итак, есть возможность еще создать несколько подсолнух. Я думаю, сейчас я попробую еще прокачать защиту. Итак, друзья, скорее всего, финальная война. Ой-ой-ой, смотрите, что творится. Что творится? Вот, давайте-ка я пока сделаю подводные растения. Вот, где моя взрывчатка? Сейчас мне нужна срочно взрывчатка. Итак, есть взрывчатка. Итак, как здорово. Итак, удалось уничтожить часть зомби. Вот, мне нужен кабачок, друзья. И я не уверен, удастся ли мне сейчас как-то отбиться. Вот, а ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем вот бросить сюда кабачок. Ого, друзья, итак, кабачок. Давай-ка, дружище, вот я уверен,
сейчас должно получиться. Итак, газонокосилка должна уничтожить вот эти два зомби. Ах, друзья, они выживают. Они выживают, и мы погибаем. Мы проигрываем этот матч. Как так? Как так? Я был уверен, друзья, что мы победим. Итак, проигрыш. Мы проигрываем в этом матче. Ну что ж, друзья, я думаю, нужно переиграть эту миссию. В принципе, я уже понял свои недостатки. И сейчас мы с вами это все дело как бы переиграем. Вот. Ну что я скажу, друзья? Надо, конечно же, без подсолнуха не обойтись. Без взрывчатки тоже. Вот я думаю, нужно было бы ставить более серьезные грохострелы. Давайте-ка я возьму вот этот и возьму вот этот. Так, хищные растения по-любому нужно. Вот, лист нужен. И, друзья, подводные растения мне как бы тоже нужно. И, в принципе, и кабачок нужен. Вот, наверное, все-таки, друзья, давайте-ка мы сделаем так. Я возьму кабачок на всякий случай. Вот, и так будем как-то попробуем переиграть. Но попробуем это сделать намного эффективнее. Сразу же попробуем вот очень круто прокачать оборону. Вот, нужно побольше подсолнухов сейчас, потому что без энергии никак. В принципе, я считаю, мы очень неплохо с вами шли. Был неплохой шанс победить, но что-то не получилось, не хватило. Не хватило энергии. Да, сразу же и нужно создавать и листья, и пытаться понемножку останавливать зомби. Итак, нужна еще единица энергии, и я думаю, мы с вами остановим вот этого вот ползущего зомбика. Отлично. Итак, обстреливаем врага. Вот. Как бы жаль тратить энергию на кабачки, но другого бывает выхода нету. Итак, нужно еще единица энергии. Вот. И устанавливать еще один горохострел. Вот. Пока все идет здорово. Пока все идет, я считаю, очень неплохо. Вот. По возможности надо усиливать и водный рубеж. Ну и, конечно же, ой-ой-ой, срочно-срочно еще нужна энергия, чтобы сверху поставить очередной горохострел. Отлично. Вот. А вот теперь, друзья, я думаю, можно будет немножко вот поставить подсолнухов. Усилить энергию. Вот так, замечательно, отлично. Итак, энергии пока достаточно. Давайте-ка я попробую ее создавать побольше. Итак, появился более серьезный монстр. Более серьезный монстр, поэтому надо ставить туда сразу же очередной горохострел. Итак, есть возможность, создаем энергию, создаем подсолнух. Вот, отлично. Итак, итак, мне нужна энергия. Вот, здорово. Ну что ж, пока все супер. Итак, снизу пошел очередной зомбарь. Ну, в принципе, вот обычные горохострелы должны с ними справиться. Давайте-ка на всякий случай здесь укреплю оборону. Вот. Думаю, пока этого будет достаточно, ну и по возможности ставим. Ай-яй-яй, смотрите, что творит. Смотрите, что творит. Итак, пошел зомби-спортсмен. Вот, без кабачка его не уничтожит. Он сейчас, конечно же, попробует перепрыгнуть. Но мы, я думаю, его уничтожим. Да, вот так. Пока все супер. Пока все супер. Давайте-ка я еще по водной глади буду пытаться как-то устанавливать энергию. Итак, все идет пока замечательно. Пока идет все замечательно. Итак, водную гладь я пока как-то усиливаю. Вот, пока все идет просто здорово. Вот, ой-ой-ой, пошли уже более серьезные зомбики. Пошли уже более серьезные зомбики. Пошли плыть по воде. Ну, а я пока буду усиливать водную гладь. Буду вот их немножко расстреливать дальними атаками. Вот, и опять нужна куча энергии. Нужна куча энергии. Вот, нужны подсолнухи. Вот, ну я пока, давайте-ка пока попробую как-то вот усилить водную гладь. Вот, еще осталось нам усилить нижние растения. И тогда все, я думаю, у нас будет здорово. Вот, ну пока как-то так. Итак, еще усиливаем водную гладь. Ставлю подсолнух. Вот, что-то с подсолнухом у нас не получилось. Ну, как бы не критично. Не критично. Вот, зомби идут в атаку. Так, где мой кабачок?
Вот строим его вот здесь. Сейчас надо раздавить этого зомби-спортсмена. Вот без этого никак. Без этого никак. Итак, еще один горохострел снизу. Вот, здорово. И я думаю, друзья, сейчас я буду стараться еще усиливать горохострелы. Вот, кстати, по энергии мы можем еще здесь поставить вот так подсолнухи. Подсолнухов не может быть много, поэтому пока как-то так есть. Итак, очередной зомби уничтожен. Вот, ну-ка, друзья, давайте-ка я пока установлю здесь горохострел и остановлю здесь хищные растения. Вот, вот думаю, так будет круто. Вот так, думаю, будет неплохо. Итак, усиливаем оборону сверху, снизу. Вот, бьем пока ведро. И да, обратите внимание, вот появился зомби-спортсмен. Вот не уверен я, друзья, что мы его уничтожим. Поэтому пусть пока кабачок его давит. Вот пусть кабачок его давит. Отлично. Итак, все идет круто, все идет здорово. Вот, замечательно. Вот, кстати, было бы неплохо еще в нижнем ряду установить вот горохострел. Сейчас я попробую это сделать, только соберу достаточно энергии. Вот, супер. Ну что ж, итак, подводный зомби ползет в атаку, ну а я пока прокачиваю оборону. Вот, ах ты вредина. Итак, зомби-спортсмен идет вот так. Ой-ой, смотрите, что делает вот этот зомбяр. Он начинает жрать наши растения. Итак, ой-ой-ой. А ну-ка, друзья. Вот, ну, давайте-ка я установлю здесь как-то кабачок. Вот, надеюсь, этого хватит, чтобы побить. Итак, хищный зомбарь сожрал нашего одного горохострела. Сейчас я попробую сделать здесь хищные растения. Надеюсь, этого хватит, чтобы победить. Вот, супер. Ну что ж, итак, давайте-ка пока сделаем подводные растения. Пусть затаскивает этого зомбаря под низ. Вот сверху укрепляю оборону. Вот, давайте-ка я при помощи кабачка попробую уничтожить это растение. Вот, ага, вот, а, друзья, только-только даром как-то мы использовали это все, ну, пока как-то так. Вот, ну что ж, пока все идет здорово. Давайте-ка я еще поставлю здесь хищные растения. Вот, пока, мне кажется, у нас все идет просто супер. Вот, пока все идет здорово. Давайте-ка я сверху поставлю хищные растения. Вот, есть возможность. О, друзья, нужно будет сейчас использовать черешенку. Вот, попробовать черешенку. Ну, хотя, вот, в принципе, мы с вами справляемся неплохо. Итак, давайте-ка, друзья, я еще попробую где-то поставить вот водные растения. Вот как-то так. Вот, просто-просто супер. Ну что ж, враги идут атаку, мы отбиваемся. И надеюсь, что кабачок себя неплохо покажет. Вот, здорово. Ну что ж, просто-просто супер. Где наша черешня? Давайте-ка я попробую подорвать вот этого спортсмена. Отлично. Вот, просто супер. Итак, ставлю еще горохострелы сверху. Вот, мне кажется, друзья, мы с вами, в принципе, довольно-таки неплохо пока сражались. Да, вот. Очередной монстр уничтожен. Вот, замечательно. Энергии просто валом. Вот, уже некуда девать. Поэтому я продолжаю укреплять оборону. В принципе, можно было бы создать еще вот несколько вот участков, чтобы отбиваться. Ну, пока как-то так. Итак, пока все идет круто. Все пока идет здорово. В принципе, есть возможность установить еще кабачок. Давайте-ка я, ну, снизу не получилось, ну тогда сверху. Итак, водную гладь. Ай-яй-яй. Итак, смотрите, спортсмен перепрыгнул. Вот, не там я немножко установил кабачок, но в принципе нам удалось его запинать, сожрать. Отлично. Итак, прыгает спортсмен, ест наших горохострелов. Ах ты вредина, но наши горохострелы его уничтожают. Отлично. Итак, восстанавливаем наши горохострелы. Итак, не сумело растение сожрать зомби-спортсмена, но я думаю, сейчас мы его уничтожим.
Отлично. Итак, есть возможность еще вот усиливать вот наш сверху. Сверху. Ой-ой-ой, смотрите, друзья, что творится. Что творится, что творится. Как круто зомбари идут в атаку. Вот я думаю, сейчас мы их уничтожим. Вот, отлично. Итак, пока все идет неплохо. Давайте-ка я еще как-то усилю оборону. Вот, кто-то там сажал что-то. Итак, давайте-ка, друзья, я сейчас по возможности... Ой-ой-ой, смотрите, что творится. Итак, затаскиваем под воду. Где мои черешенки? Сейчас попробуем взорвать. Отлично, просто супер. Вот, давайте-ка я попробую здесь использовать кабачок. Вот, здесь попробую использовать... И, кстати, друзья, мы что-то нашли. Мы нашли какую-то красную повязку. И, я так понимаю, все-таки эту миссию мы с вами добили. Вот, просто супер. Бекон. Друзья, это был бекон. Да, это был бекон. Что ж, супер, друзья. Итак, удалось себе заработать еще бриллиантик, и это радует. Ну что ж, друзья. Итак, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, понравилось, не понравилось видео. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.